Дорогие друзья, привет всем! С вами Спортпит. Сейчас мы узнаем, кто стал победителем в нашем розыгрыше. Напомню, что приз был тренировочный комплекс Platinum Priad Optimum Nutrition и карты 15% скидки. Также напомню, что у нас был опрос для жителей Кондопоги. Вопрос звучал так: нужен ли городу Кондопога магазин спортивного питания? Спасибо всем огромное за участие в этом опросе. И давайте узнаем, кто же стал победителем этого розыгрыша. Напомню, что в розыгрыше могли участвовать жители городов Карелии. Выбрать победителя. Победителем стал Димыч Кузнецов. Давайте посмотрим, где он проживает. Надеюсь, что Димыч проживает в Карелии у нас. Ага. Сюрприз. А, нет, не сюрприз. Так, Петрозаводск. Петрозаводск. Отлично. Давайте посмотрим, есть ли пост у Дмитрия на стене. Репост на... есть. Окей. Ну что, можно поздравить Дмитрия с победой. Спасибо всем за участие в розыгрыше. И всем хорошего дня. С вами был Спортпит. Увидимся. Пока.